Венеция уникальна не только своими каналами, но у нее есть своя небольшая Пизанская башня, которая в приличном состоянии, но если вы видите, она хочет стать мостом. Возможно, когда-то это и произойдет, хотя угол наклона пока не критический, но он есть. Кстати, это в Венеции. Прецеденты были, ровно стоящая башня в один момент сложилась, ну и похоронила, правда, под собой только одну кошку. Эта башня, в принципе, готова к немножко другому. С приветом из Италии, Венеция. Не забудьте поставить лайк, отправить своим друзьям и по возможности подписаться на мой канал. До новых встреч на моем канале.